Так, ребят, вы на прошлом уроке учились с Лизой формулы кинетической потенциальной энергии. Я сейчас вам раздам листочки для того, чтобы вы повторили материал. Ну, Мария Сергеевна, заберешь после урока. Маш, а что это у тебя за странные рисунки? Ой, да так ничего, это я для своего комикса рисую. Какие-то страшные у тебя рисунки для комиксов. Это просто мой новый стиль рисовки. А, понятно. А можно я возьму у тебя их на время? Ну, если только ненадолго. Ты даже не заметишь, как я быстро тебе их верну. Что это такое? А это рисунки одной из моих учениц. Полюбуйтесь, как вам? И давно она такое рисует? А это я у вас хотела спросить. Вы же здесь главная. Вот именно. Я здесь главная, а не учитель рисования, чтобы контролировать рисунки ваших учеников. Вот вы, как классный руководитель, должны знать все о своих учениках. Ну, может быть, кому-то нужна действительно психологическая помощь? Да, Наталья Георгиевна, вы правы. Я обязательно с этим разберусь. Мария Сергеевна, оставьте мне эти рисунки. Я тоже над этим вопросом подумаю. Да, конечно. Спасибо большое. И еще одно. Я хотела бы после уроков пообщаться с автором этих рисунков. Хорошо, я ей передам. Что от меня нужно? Алло, Игорь? Алло, да, Наталья Георгиевна. У нас проблема. Срочно зайди ко мне в кабинет. Хорошо, я буду у вас через минуту. Я тебя жду. Можно хотя бы раз нормально поесть. Наталья Георгиевна, я уже здесь. Да я вижу. Присаживайся. Вот, полюбуйся, какая у нас проблема. Ну, рисунки. Страшные, конечно, немного. А в чем, собственно, проблема? Проблема в том, что это рисунки одной из наших учениц. А она, кстати говоря, талантливая. Игорь, мне вообще-то не до шуток сейчас. Это последствия нашего нового эксперимента. Девочка нуждается в помощи психолога. Эта девочка нуждается в помощи экзорциста. Что ты там говоришь? Говорю, какого еще эксперимента? Забвение? Игорь, мне некогда тебе объяснять. Нужно срочно действовать. Так. Так, вот, на тебе бумагу, ручку, пиши. Я спрошу. Нет, я спрошу. Я сказала, я спрошу, потому что это касается меня. Так, стоп! Это сделаю я. Ну, что за срочность? Зачем вы меня звали? Лиза, у нас есть к тебе пару вопросов. Илюша! Ладно, ладно. Лиза, что будет, если батарея полностью разрядится? Вы серьезно? У меня вообще-то сейчас урок идет. Я думала, у вас что-то срочное. Вообще-то это срочно. У меня вчера чуть батарея не разрядилась. И я хочу знать, что было бы, если бы я не успела зарядиться. Слушайте, я не знаю. И вообще, каждому из вас дали зарядку. Так что контролируйте заряд своей батареи, чтобы не разрядиться. То есть ты хочешь сказать, что ты еще ни разу не разряжалась? Ага, и не видела страшных существ. Ой. Так, Лиза, я не поняла, а ты чего здесь? У тебя вообще-то урок идет. Я уже иду, извините. Давай быстрее. А вы на меня чего смотрите? Марш на свои места! Устроили тут собрание.
Да, кстати, Маш, обязательно после уроков зайди к Наталье Георгиевне. Да, хорошо. Да, войдите. Здравствуйте, Наталья Георгиевна, вы меня вызывали? Да, деточка, присаживайся, пожалуйста. Я бы хотела с тобой побеседовать. Меня очень беспокоят твои рисунки. А с чего вы вообще взяли, что это мои рисунки? Не переживай, я всего лишь хочу тебе помочь. Извините, но мне не нужна ваша помощь. Можно я лучше пойду? Я предвидела, что так будет. Поэтому я приглашу сейчас человека, которому ты доверяешь. Игорь, заходи. Да, Наталья Георгиевна. Присаживайся. Можете начинать. Маш, мне нужно с тобой поговорить. Кажется, я знаю, о чем мы будем говорить. О моих рисунках. Да, ты права. Речь пойдет о твоих рисунках. И у меня к тебе есть пару вопросов. Как давно ты рисуешь именно эти рисунки? Совсем недавно. Я их начала рисовать пару дней назад. Хорошо. Почему ты рисуешь страшные рисунки? Я рисую то, что вижу. Ты что, это видишь? Угу. А когда ты это видишь? Во сне? Если бы. Я это видела по-настоящему, когда разрядилась. У тебя разрядилась батарея? Да. Для меня это вообще новая информация. Ладно, ты не переживай. Я попытаюсь что-нибудь выяснить. Но ты пообещай мне, что в следующий раз ты будешь следить за своим зарядом. Кстати, сколько у тебя там процентов? 15%. Я думаю, тебе лучше уйти, чтобы ты успела подзарядиться. Да, хорошо. Джек, а можно, чтобы этот разговор остался только между нами? Да, конечно. Я директрисе ничего лишнего не расскажу, так что можешь не переживать. Спасибо большое. With you I feel like breaking rules on the edge, looking out with no parachute.